Видите, чем айтишник занимается после работы? Тружусь, как пчелка. Сегодня приезжает любимая теща. Будем пить пиво! Я чё? Валер. А вот я сегодня реально тружусь, как пчелка. Уже устала. Хочу в душ сходить, и надо уже за мамой ехать. Помните, в предыдущем влоге я рассказывал, что к Катюне приехали шапки, и две из них я хочу заиграть. Либо выкупить у них, либо просто заказать такие же. Вот, мне вот такие понравились. Зелененькая, давай достану, чтобы получше видно было. Я даже не ожидал, у меня никогда такого цвета не было. Не подумайте, что это реклама, никаких ссылок я ничего прикладывать не буду. И вот такая. Get Lucky. Очень мягкая, прикольная. Ну, сейчас не буду, наверное, надевать, потому что у нас тачка рядом. Uh-huh. Скоро можно будет носить. Потому что вечерами 8 градусов. Ну, по крайней мере, сегодня. Завтра вообще 5. Прикинь. Жесть. Ага. У нас, конечно, шапка тут навалом. Вот, но все плюс-минус. Там, типа... Либо темно-красный, либо серый. А тут какие-то новенькие цвета. Ну и тебе хорошо. Только она моя. В смысле? Я же тебе говорила, что я две шапки у него хочу купить себе. Мне они понравились еще по фотке, даже когда мне не прислали. Ты хочешь, чтобы мы две зеленых купили? Или я одну думала, и двоем носить? Я думала, одну мы будем носить вдвоем, да. Ну, у меня с тобой плохо получается. Я всегда, когда хочу надеть, ты хорошо, в тот же момент. Хорошо, я тогда за свои заработанные куплю себе шапочку. Окей. Ничего страшного. Ну, сейчас это в долг даю потаскать. Ну, классно, мне нравится. Не идти сейчас в ней или пока еще рановато? Ну, в машине, я думаю, тебе тепло будет. Okay. Тем более, у тебя капюшончик сейчас есть. Ну, да. Что можно выходить. Я думала, за них Шкода отнести. Ага. А, это от нее же? Да. Ага, да, тогда забирай. Я себе жопку включаю, тебе надо? Нет, да. Прохладненько. Аккуратно, конечно. Все мокрое. Меня больше напрягает, что до этого солнце было, и тут мама собралась приехать, и дождь. Обидно. Mm-hmm. Мы хотели по Москве погулять, чтобы солнышко было, я хотела разные места показать. То же самое касается меня, как офисного планктона. Я сижу, смотрю солнце, да, во время mm-hmm. работы, блин, выходной день, хоп, и вот такое говнище. Чаще всего так и происходит. Mm-hmm. К сожалению. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры, чизбургер, шестерку наггетсов, кисло-сладкий соус... И напиток физвишни без льда. 100 лет не был на вокзалах. Вот последний раз, вот когда тебя встречал, когда ты еще не рулила. Ну, я не помню, это давно уже было. Когда ты приезжала, что-то из Брянска, по делам туда ездила. Через 8 минут мама прибудет. Так что погнали. Мне нравится на вокзалах, там какой-то запах специфический, такой прикольный. Да, это А8. А у нас А7 FL. Новее, да? Да, новее. Чем они отличаются? Ну, фары. Смотри, внешним видом, фары. Как минимум. Там коробка не DSG. Нижняя часть тоже отличается. Ну, немножко. А, ну и боковушка тоже тут вот так выпирает, у нас нет. И задник тоже отличается. И задник. Именно так он и называется. Задник. Ну, жопа, ну как? Лучше бампер, жопа. Бампер. Бампер, да. Неожиданно тихо здесь. Так, Брянск, Москва, 7-й путь. Друзья, я этот кусочек записываю уже на следующий день. Маму мы встретили, все прекрасно. Я уж не стал ее записывать на GoPro-шку, потому что человек не очень любит сниматься и появляться, так сказать, во влогах. Но что мы вчера поделали? Поели, поболтали. Ну, у нас не очень много времени было. Все уже уставшие, пятница, поэтому достаточно быстро легли спать. Сегодня утром девочки поехали на массаж. Катя устроила такой сюрприз для мамы. Они там релакснули. Я надеюсь, им было кайфово. Сейчас они поехали в церковь. Потом немножко погуляют. И вечером мы встретимся. Моя мама, я, соответственно, теща и Катя поедем в русский ресторан. Ну, который мы там несколько раз уже показывали. А я с утра чем занимался? Во-первых, чистил свой сервак, потому что он там забивался логами. Постоянно переполнялось место. Надо было с этим разобраться, но все сделал. И сейчас поеду в онлайн-трейд. Может быть, помните, полтора месяца назад мы рассказывали, что... Сдали Стайлер Дайсон, который при включении в розетку издавал какой-то ультразвук. В общем, его проверили и нам согласовали возврат денежных средств. Вот, собственно, сейчас я и поеду заберу денежки, потом за мамой, и потом мы как-то скоординируемся. Вот такой план, капкан. Блин, пошел дождик мелкий. Такое себе.
Я, конечно, не зарекаюсь, но будто бы больше не хочется сотрудничать с техникой Dyson, потому что она крайне ненадежная. Если помните, у меня был пылесос, который через 2 года сломался, фен, который я чинил через 1.5 года за 9 000 рублей. А извините, на эти деньги можно купить 2 хороших фена. И вот сейчас Тайлер, который не проработал даже 1.5 года. Но это полная фигня. Вот хорошо еще, что я не повелся на какие-то капризы Катюшкины. Она очень хотела этот Тайлер в Таиланде. Ну вот и представьте, я бы его купил там, и что дальше бы с ним делал? Деньги на ветер. Либо за бешеные 1000 опять бы пришлось ремонтировать. Но вот здесь не смогли разобраться с поломкой. То есть при вставлении в розетку он пищал, и как бы никакого эффекта не было. Поэтому, девочки, подумайте дважды, нужен ли вам Dyson, потому что техника, ну, крайне ненадежная. Вот исключительно по своему опыту говорю. Вот, и только тратил деньги, можно сказать, а удовольствия никакого не получаешь. Можно найти бренды подешевле, которые будут работать гораздо дольше и радовать вас. Буквально за 10 минут решил все вопросы. Ну и выдали вот мне бумажку, возврат. 62 990 рублей. Не дешевая игрушка. Ну и в течение 3 дней деньги должны поступить на карту. Ну, сегодня выходной, поэтому я думаю, где-нибудь в серединке следующей недели все вернется. Ну, мы проще эти деньги на путешествие потратим. Друзья, в русский ресторан мы сегодня не попадем. Все домики заняты. А на улице сидеть в такую холодищу вообще не хочется. Поэтому мы решили приехать в ТЦ. Вот с Людмилой Николаевной пока тусуемся. Девочки на ВДНХ. И потом мы все вместе сходим в Чихану №1. И там посидим. Что-нибудь вкусненького поедим. Да. И пока девочки там гуляют по ВДНХ, мы с тобой по магазину пришли. Ну да, да. Давненько мы здесь не были. Мне кажется, все лето не ходили. Все лето не были, да. Последний раз, наверное, весной, зимой. Не, а, весной, ранней весной были. Да. В том году-то мы зачастили, а в этом, ну как-то, не знаю, не хотелось. Лето было жарко. Жарко, классно. А, ну точно, слушай, в том году же одни дожди были, а это лето очень неплохое выдалось. Доброе утро, друзья, сегодня воскресенье, утро, давайте вам покажу традиционную погодку. Ну, такое себе, довольно-таки прохладно, ну, хорошо хотя бы, что дождя нет. Вот вам показываю, отчитываюсь, некоторых бесит, что я постоянно акцент на погоде делаю, но мне это важно. Что я сижу делаю? Монтирую. В принципе, больше ничего. И немножко покуриваю. Девочки сейчас поехали, ну, я имею в виду Катя с тещей, в русский ресторан. Потому что Кате очень хочется дать попробовать вот этот борщ с классной подачей. А я вам хотел записать, что я вчера купил в ТЦ. Покупал в 21 Shop. Мне подарили носочки. Я их сам выбрал. Вот такие с бананками. Веселенькие. Возьму с собой в Тай. А футболочки вот такие. Классный принт. Хрущев от бренда 1/6. Это XL-ка, очень плотная, мне понравилось. И 2 майки от бренда Astronautics. Вот такая розовенькая и бирюзовая. Мне кажется, очень кайфовые. Смотрите, вам еще покажу. Тут небольшой прикол. Ярлычок забавный. Внимание, изделие не является скафандром. Прикольно, прикольно они сделали. Футболки довольно-таки дорогие. Это 3840. 1/6 сколько стоит? 3790. И розовенькая, ну, наверное, тоже, как и бирюзовая. Хотя надо проверить. 3840. Я, конечно, понимаю, что у меня дофигища футболок, но когда вижу красивые, все равно хочется купить. Так, основную часть монтажа я закончил. Теперь можно пойти покушать. Что я буду? Достал себе колбаску, фитур разогрели на гриле. Еще не готово. Так, до какого числа это все дело годно? А потом разберусь. Еще съем йогурт Даниссимо, и у меня есть шарики. Вот такие с вареной сгущенкой, очень вкусные, с Кусвио. Так, чайничек у нас уже горячий. Ага. Не обращать внимания, посуду потом перемоем. Так, моя любимая кружка. Да ее помыть сейчас. Ну, я мою по-мужски. Вот так вот. Хоп-хоп, поболтал. И все.
Так, ты готов? Так, пита сделана 3 числа, срок годности, нормально. Вроде плесени ничего нет, сделаю себе 3 штучки. Все время нет ножей, а? Ладно, сейчас вот этот помоем. Опять же по-мужски, без всяких губок. Катя меня, конечно, ругает, на тарелках типа нельзя резать, но я не знаю, где дощечка. Все, они готовы. Видите, вот так вот поднимаются, можно снимать. Ай, горячие. Так. Теперь нарезаем колбаску и можно будет кушать. Сейчас еще чаечек себе сделаем. Так, все, врубаем себе какой-нибудь контентик на ютубчике и приятного аппетита всем, кто сейчас это дело смотрит. Ходил, переставил машину, потому что она была в жопе мира, и забежал в озон. Взял вот такие штучки, то нифига не будет видно, но это заглушки для Type-C. Объясню зачем. Вот у меня есть фонарик за 700 рублей, и в случае попадания воды во время дождя, ну ему будет не очень хорошо. Поэтому купил 2 заглушечки вот таких. Сейчас даже можно забрать все это дело. Ну и все. Потом, если нужно будет зарядить, я просто ее вытащу и вставлю зарядку. Кайф. А теперь можно немножечко поиграть. Ну вот и посмотреть, какие есть у меня игры на PlayStation. FK25, Gran Turismo, Sackboy. Бесплатно скачал Undefeated. Call of Duty, GTA 5, Ghost of Tsushima, Первый Человек-паук и Crash Bandicoot 4. Я буду в Gran Turismo.